Вы убили маму. Вы маму убили, ребята. Пока, паскуды. Интересный, смешной и приятный канал Баддиленда. Здесь можно найти кучу конкурсов, кучу видео по мини-играх и также кучу стримов. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения замечательной карты про Ассасин Крид. И сегодня мы будем пытаться завершить ее, потому что у нас есть еще две миссии, которые нам нужно выполнить в образе ассасинов. И, ребята, я буду рад, если вы поставите лайки. 2500 лайков, выходит новая серия, никогда не забываем об этом. И всегда думайте то, что каждый ваш лайк делает мне действительно приятно, потому что, ребята, я рад каждому вашему лайку, и также я рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк и подписку. Да, ребята, это не так-то сложно, я вас всех действительно очень сильно прошу. Но больше мы тянуть не будем и сразу будем приступать к следующей миссии, которая у нас есть. А кто не знает, то 8-ю миссию мы уже выполнили, и сейчас у нас есть 9-я миссия, которая называется «Выбор». Выбор, ребята, я уже взял описание вот этой миссии. Сейчас я, как всегда, быстренько прочитаю и переведу, что тут написано. Ух, короче, страсти у нас бушуют. Альтаир, ты должен уничтожить все цели, за исключением Армалда. Это лидер тамплиеров, но я очень нервничаю, что-то не так. И приди и спаси меня, то есть что-то происходит. Кто-то стучится в дверь, и король слышит звук. Потом заходит стражник в его комнату и говорит то, что он должен идти в тронный зал. Потом он быстренько все пишет, пишите, как вы даже видите, то, что всякие каракули после того, как он уже начал убегать, потому что за ним кто-то пришел, и это, наверное, как обычно, были тамплиеры. И, ребята, нам нужно его попытаться спасти, потому что другого выбора у нас нету. Кинг, король, он же всегда обращался к нам за помощью, и сейчас мы также попытаемся его спасти, потому что, как я заметил, с ним что-то не так, и как я заметил, с картой что-то не так, Вот, все отлично пошло, были какие-то лаги, но я, ребята, перезашел, и все нормально. Сейчас у нас следующая цель, то есть про паркур, весь замок до того, как ты достигнешь башни. И, как я понял, паркурчик у нас будет очень длинный, потому что, как вы заметили, нам уже написало, чтобы мы двигались вот сюда вверх. И это, мне кажется, будет действительно очень даже крутой паркур. Все же, ух, ассасины, мы... Ассасины, мать твою, а? Только ассасины не падают с крыши. Хотя нет, почему не падают? Падают. Я играл в Assassin's Creed, и я знаю, что ассасины действительно падают с крыши. Так, сейчас... Так, стоять, стоять нафиг, стоять. Вот, замечательно, да? Замечательно. Так, сейчас нам нужно двигаться сюда. Я надеюсь, что я не упаду, пожалуйста. Я очень надеюсь, потому что, ребята, у нас еще остались две миссии. А после того, как мы их пройдем, мы завершим историю ассасинов. If you fell down, go back this way. То есть, если ты упадешь, то вернись обратно. И да, в принципе, как я понимаю, нам... Идите в жопу, а! Опа, я сюда добрался, и как вы заметили, ребята, я ни один раз не включал гейммод, да. Поэтому мы будем продвигаться дальше, я надеюсь... Охренеть, да вы издеваетесь, да? Ну почему 9-я миссия про такой паркур? Да, нажми сюда, чтобы... Да, конечно, без проблем, ребята, давайте мы еще раз пройдем вот этот паркур, конечно. Дабы себе просто-напросто не угроблять нервы и мозги, и чтобы просто-напросто не парить вас, ребята, я прошел вот этот паркур вне записи, потому что я не знаю, я никогда не буду проходить, ребята, больше паркур. Я говорил в прохождении последней карты про паркур, где я реально чуть из с ума не сошел. И я никогда больше не буду проходить паркур карты, потому что это не мое, а даже если мое, то я просто-напросто схожу с ума, и лучше я не буду париться по этому поводу, и я буду лучше проходить вот такие карты, которые мне реально интересны, и где нету паркура нахрен. Так, что у нас тут есть? У нас есть тут хавчик, да, у нас есть тут куча монеток, как я понимаю, пожалуйста, так, you will need this later, ага, ключ, ух ты ж...
у нас даже пушки нету, у нас пушки даже нету. Я пошел на задание без пушки. Замечательно. Я даже оружие себе не купил. И как я хочу выиграть? Как я вообще хочу пройти вот эту карту, если у нас даже пушки нету? Если у тебя... Так, вот тут тревога. Если у тебя есть ключ от башни... Ага, то есть иди наверх и потом на самый верхний этаж. Ну, в принципе, наверное, этим мы сейчас и займемся, потому что нам обратно нужно возвращаться туда, как я понял, да? Кто вообще вот этот паркур придумал? Ребята, скажите мне имя, кто придумал паркур, пожалуйста. Кто мне скажет имя? О, вот сюда нам сейчас нужно, да? Сюда нам нужно, ух, типа сундучки, типа глобусы, но это все башки. И, в принципе, тут больше ничего нету, и выбираемся отсюда. И куда нам сейчас нужно? Как я понял, наверное, сюда. Потому что тут у нас ничего нету. Да, тут у нас ничего нету, и нам 100% нужно двигаться по этим, как мы их называли, ну, облачкам, да? Вот, замечательно. А что нам дался? Ага, джамбуст. Нифига себе, нам сейчас туда нужно. Опа, это даже прикольно. А все, вот у меня уже разлагал вот этот скрытый клинок. Твою мать, go back to the... Если ты упал, вернись опять в башню. Ну, а что нам еще делать? Так, ребята, джамбуст у нас уже пропал, поэтому сейчас нам нужно двигаться осторожней, чтобы просто не свалиться отсюда, потому что я паркур еще раз не хочу проходить. Приветики, ребята, приветики, как у вас дела? У нас новое задание — исследовать вот эти башни, да, но перед этим, конечно же, завалить вот этих. Дай мне скрытый клинок, потому что это единственное оружие, которое у меня сейчас есть. Вот так. Нам бы что-то покушать. А еды у нас прям до хрена. Так, иди сюда. Куча... так, да, как-то события очень быстро развиваются, я даже не успел что-то сообразить. Что у нас написано? То есть, впечатляющее, ты показал нам действительно большую силу. И он вздыхает. Я думаю, то, что ты прав. Больше никаких игр. Стражники, идите сюда, ха-ха-ха. То есть, сейчас пришло твое реальное время. Что это за безумие? Мама? Мама, это ты? Мама? Привет, мама! Мама, что ты здесь делаешь? Я не понимаю. Они захватили меня. И так, хватит разговоров, Альтаир, ты должен сделать выбор. Твоя мама или король? Только один может выжить. Выбери. То есть, ты безумец! Сделай твой выбор. Да, то есть, выбери меня, Альтаир. Будь влиятельным для нашей страны. То есть, это мне король говорит. А если ты спасешь меня, я сделаю тебя своим заместителем и дам тебе все, что ты только хочешь, да? Выбирай сейчас, ты глупец. Да похрен то, что это король, ребята, кто бы маму свою убил, да? Иди ты в жопу. То есть, ага, Арманд убьет твою маму, Арманд убьет короля. А не выбрать и посмотреть, что случится. Я не знаю, я не хочу никого убивать. Мы всю эту карту проходили только ради того, чтобы спасти короля. То есть 10 миссий по спасению короля. Я не хочу убивать ни короля, ни маму. Если бы я выбирал, то я, конечно, бы убил короля. Но давайте нажмем вот это и посмотрим, что случится. Только не убивай обоих, пожалуйста. Я не буду делать выбор. Но если ты не будешь, тогда я сделаю за тебя. Я выбираю короля. Короля нафиг. Альтаир, помоги мне. Нет, он убил короля, ребята. Он убил короля. Так, и сейчас что мы должны сделать с твоей мамой, Альтаир? Так, сейчас, что это? И сейчас мы обои находимся в тюрьме. Мой сын, с тобой все хорошо. Да, мама, я в порядке. Окей, сын. Да, сын, да. И сейчас нам нужно найти рычаг в твоей тюремной камере и потом открыть дверь. Охренеть просто. Вот это страсти. Я, в принципе, и так бы выбрал, чтобы он убил короля, но все же... О, там сундук был, я случайно даже нажал, но открыл. Но случайно, ребята, я хотел посмотреть, что случится, да? Ух ты ж, ни хрена себе, это что такое? Следующее задание. Ты внутри какого-то замка, и тебе нужно найти... Так,
Во, прошел, замечательно, ребята, я прошел. В принципе, ничего там такого сложного не было. Вот, открываю. Мама. Мама зомби, привет, мама. Это зомби? Нет, это пигмен. Мама пигмен, привет. Давай сейчас отсюда будем выбираться. Так как мы уже тут находимся слишком много времени. И следуй за своей матерью. То есть тут нам нужен ключ, да? Но все же, мама, давай, потопали. Мама, ты тут? Мама. Мама! Пошли. Так. Я поздороваться хотел, а ты, зараза, меня уже бьешь. Мама, пошли. Мама, мама. А, круто. Ребята, ребята, ребята. На тебе, на, стражники, 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 стражники. Зря я не купил пушку на начале этого раунда. Это прям бред какой-то. Ага, так, тут у нас находится хранилище. Это нам нужно, это нам вряд ли понадобится. Но зато это понадобится. Так, оу, а я, кстати, нашел то, что я хотел посмотреть. А тут у нас есть что-то? И тут у нас есть что-то. Да, я нашел ключ от камеры короля или кого там. Давайте мы, в принципе, сейчас вернемся обратно и посмотрим, что мы там сможем открыть. Если я правильно... Да, мама, ты еще тут. А, и ключ, да? Ключ вот сюда. И что у нас тут находится? Ух, могучий... Нифига себе, то есть мы нашли... О, это что такое? Это что такое? Так... Ну, я нашел какие-то палочки, и, в принципе, я нашел... Да дайте мне... Вот, книжку найти. И дневник короля. Но, если честно, больше нам ничего не нужно, больше тут ничего спрятанного нет. Мама, давай за мной. Мама, мама, не стой на месте, пошли дальше. Идем сюда, ребята, и посмотрим, что нас ожидает вот тут на поверхности. Ну, почему-то мама за мной следовать не хочет. Все? Охренеть просто. Мама, ты какая-то слишком медленная. Мама, нет! Там должен быть какой-то другой способ, чтобы выбраться с этой тюрьмы. Мама, погоди. There is way out, son. Dead. Только единственный выход. Это смерть. Прощай, сын. Нет, мама, не сдавайся. Мы найдем способ, чтобы тебя оттуда вытащить. Беги, сын. Беги. Беги и не оглядывайся. Мама, я никогда тебя там не оставлю. Ты должен... Потому что я тебя очень сильно люблю. Опа, кто там был? Мама, ты прям убийца. Привет. Да дай с матерью попрощаться. Пожалуйста. Они убили маму! Вы убили маму. Вы маму убили, ребята. Пока, паскуды. Твою мать. Я хотел спасти обоих, а убили обоих. Ну, в принципе, ребята... Это был не мой выбор, я спас маму, но в конце концов по такой ситуации так сложилось то, что мама тоже умерла, как бы это грустно не было. И конец, ребята, это у нас будет конец, но мы его посмотрим в следующей серии, и, ребята, будет еще последняя серия тогда, когда мы набираем 2500 лайков. Набираем, сразу выходит новое видео, ребята, никогда об этом не забывайте, я буду рад каждому вашему лайку. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И, ребята, никогда не забывайте то, что каждый ваш лайк для меня очень важен, я всегда рад, если вы для меня хотя бы потрудитесь, потратите 2 секунды, чтобы подписаться на канал и поставить лайк. Ребята, большое спасибо тем, кто смотрел это видео до конца, и также приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я всегда буду рад вас здесь видеть на просмотре очередного видео. Ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.